hate you. Why am I here, Gandalf? This is not a nice place to meet. Trust me, Radagast. I would not have caught you here without good reason. If our enemy has returned, we must know. Go to the tombs in the mountains. The High Fells. Привет, бойскауты, с вами Кьюбайт, мы продолжаем проходить Лего The Hobbit. Сегодня мы будем играть за двух волшебников, это Радагаст и Гэндальф. Так, ну что, нам нужно опустить этот мостик, чтобы пройти дальше. И здесь у нас чекпоинт есть, и подсказка, давайте посмотрим, что он нам подсказывает. Так, Радагаст может изгонять тьму из больных существ. Угу, ну мы это уже знаем, мы кроликов лечили. Что у нас есть? Птичка, птичка, как бы нам тебя вылечить-то? Так, стой, а если я... Нет, подержу, это не совсем то. Стой, может подойти как-то и... Ага, вот, ну почти, отлично, попали. Так, лечим. Давай, голубь. Я думаю, что это белый голубь, хотя может быть и другая птичка. Ага, она нам дала монеток и улетела. Угу, и ты опустишь нам мостик, пожалуйста. Будет очень неплохо. Спасибо. Спасибо, птичка очень добрая и опустила нам мостик. Теперь мы можем пройти дальше. Бойскауты, мы подошли к большой лестнице и сейчас попробуем по ней залезть. Окей, я уже сразу в расщелину упал. Аккуратненько. Так, давай прыжок. Угу. Все это дело обламывается. И если честно, я этих моментов в фильме не очень-то... Ага. Я не очень-то помню эти моменты в фильме, ну... Ладно, может я что-то забыл. Есть детали, я думаю, мы сейчас сделаем такой поручень. Угу. Так, и попробуем на него запрыгнуть. Все замечательно. Так, Гэндальф, давай своей магией. Я думаю, ты сможешь скинуть. Эй, в чем дело? Ага. Так, сдвигаем платформу. И чё, и толку? А, просто можем перепрыгнуть. Хорошо. Так, это у нас статуи. Я думал сначала это чекпоинт, но потом понял, что вряд ли. Чекпоинты у нас уже были. Угу, здесь у нас для эльфов есть такие турнички, да? Но эльфа у нас нет в команде, поэтому пока отдыхайте, ребят. Здесь у нас есть стена, которую мы можем разрушить. Ты-дыщ. Так, о. Какой-то здоровый-здоровый маг был, и у него отвалилась башка. Давайте попробуем ее разбить. О, получилось. Так, Радагаст, давай. Твоя магия тоже должна нам помочь. Механизмы заработали, и открылись ступеньки дополнительные. Замечательно. Я, кажется, эти булыжники не смогу убрать, да? А ну, Гэндальф, может, ты посильнее, кашки много ел? Может, перепрыгнуть как-то, нет? Хм. А, блин, как я сразу не заметил. Там мне показывают, даже на экране светится, я снова не замечаю. Угу. Так, поднимайся. Там подзастрял немножко. И здесь у нас есть даже для хоббитов такие штучки. Так, тут ворона, ворона, ворона. Давайте ее вылечим. Мы зверюшек любим и будем их лечить. Так, я надеюсь, ты нам поможешь. Если нам будет нужна твоя помощь. Ты даже и так поможешь. Большое спасибо. Вот так вот, ребят. Так что спасайте зверюшек, они вам когда-нибудь помогут. Хорошо. Так, проходим. Тихо, 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 тихо. Здесь, я думаю, мы можем попрыгать. Немножко. Наши волшебники не такие уж и старые. И
сойду даже за атлетов на каких-нибудь Олимпийских играх. Так, здесь разрушаем. Я не знаю, сможем эту штуку подвинуть или нет. Кажется, нет. Но здесь есть зато такой маленький бонус в виде фиолетовых и синих монеток. Так, я думаю, ты сможешь, да, разрушить? А, в принципе, синие блоки может и Радагаст, и Гэндальф тоже разрушать. These are dark spells, Gandalf. They're full of hate. Мы продолжаем, и мы вошли в самый-самый-самый мрак. Здесь очень темно, но, слава богу, на наших волшебных палочках есть фонари. Это нас и спасает. Я вижу уже си... Ух ты, ё-моё, чуть не повелся на эти монетки. Чёрт вас побери. Так, как бы нам здесь перелезть? Или я смогу пройти? Ага, здесь есть поручни. Так, стой. Как бы нам не упасть так... Опа, хорошо. Монетку возьмем. И открываем. Теперь, Гэндальф, я думаю, ты попадешь. Ты вроде парень меткий. Хорошо. Ой, блин. Ладно, окей. Я что-то загляделся. И мы упали сами в пропасть. Да что такое? Тут и камни все обваливаются. Ужас. Сделано очень классно. Даже не видно, что... Обычно, знаете, видно, что Лего деталька, и сейчас она там может обвалиться, или, допустим, можно ее сломать. Здесь это был, этого было не видно. Очень классно. Так, здесь у нас какая-то штука. Можем собрать сюрпризик. Вау. Она закрывается. Как бы нам ее так пройти? Стой, перепрыгнуть. Черт. Мы сейчас отойдем просто. Да что такое? Блин, там есть обходной путь. А, стоп, если мы будем разбивать этих скелетиков, что-нибудь будет происходить? Может там собирать? Нет. Так, тогда я возьму. Бонус, все, пойдем. Ну его нафиг. Хорошо. Так, один фонарь мы зажгли. Ищем еще два. Где-то они должны быть здесь. Возможно, вот в этой стороне. Так, давайте сходим сюда. По мостику. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, туда явно мы не пойдем. Может здесь? Так, здесь стена, значит, она что-то защищает. Вижу уже фонарик. Он в этой стороне. Сейчас доберемся до него. И вот... Го... Что это такое было? А, это ловушка. И выскочило копье. Блин, хорошо, что я не напоролся. Мне очень повезло. Так, хорошо. Вот здесь у нас синяя монетка. И дальше. Я думаю, что я не все сделал. Хотя, ладно, окей, мы прошли дальше, так дальше. Скорее всего, это было не обязательно. Так, зажигаем с этой стороны. Потом Радагаст зажигает с этой стороны. Офигеть. Это реально очень интересный уровень. Куча магии. После того, как мы поиграли за гномов, и там, как бы, ну, ничего необычного нет, в принципе, да? И все-таки нам показывают, что мы все-таки находимся... Все-таки, хватит говорить все-таки. Что мы находимся во вселенной Властелина Колец, и здесь очень много магии. И неизведанных, и непонятных нам существ. Так, полетела птичка. Полетела птичка. Здесь у нас снова фонари всякие, и... А, она заболела. Тогда мы тебя вылечим. Тут стало сразу так же светло, как днем. Я думаю, мы сможем теперь запрыгнуть и... А, вау-вау-вау-вау-вау. Ну, то есть стрельнуть, да? Раз. Я не мог ошибиться. Ну, и чё? Ну, вот сюда стреляю, да? Первым делом. Странно, по-моему, началось там раз, два, три, то есть не затронули только левую нижнюю. Я вроде все начал... Ну ладно, окей, не буду спорить, возможно, я и ошибся. Так, рисунок подвинули, теперь что? Еще раз. Так, отсюда. И отсюда, окей.
Окей, окей, окей. Сюда. Теперь сюда. Ох уж эти игры. Сюда. Да ошибся, блин. Да черт возьми. Так, запомнил, запомнил. Хватит ошибаться. Давай, кипс. Сюда. Слава богу. Не ошибся. Отлично. Еще раз подвигаем рисунок. И последний раз, я думаю, третий. Нет? Всего два? Хорошо. Это даже к лучшему. Ну что, проходим дальше. Проходим дальше. Здесь у нас тоже темно, ужасно темно. Здесь, я думаю, мы не пройдем с вами. Нужны какие-нибудь ребята сильные. А у нас оружия нет. Так, какой-то чан висит. И... по бокам цепи, я не знаю с чем. Там какие-то платформы. Сейчас, в общем, посмотрим. Давайте поднимемся сюда. Возможно, нужно встать на кнопку. Так, и попасть, да? Зажгли, хорошо. Один огонь мы зажгли. Теперь идем на ту сторону. И почему здесь нет головы у стража? А ну-ка. Твой Радагаст. Сейчас мы все разрушим. Нет головы у одного, так и у второго не будет. А эти склепики мы можем разрушить? Да, все, можем вполне. Все разрушаемо. Это круто. Блин, я еще очень жду игры по Back to the Future, то есть назад в будущее. Ну, лего игра по Back to the Future, это было бы просто великолепно. Это серьезно. Эта вселенная подходит как ни... ну, как никто. Как никто подходит. Очень бы хотелось такую игру, но... разработчики, к сожалению, меня не смотрят. И вряд ли когда-нибудь такая игра выйдет. Но если выйдет, то я буду безумно рад. Ой, я уже зажег огонь, хотя это рано делать было. Ну ладно. Становимся на кнопочку и зажигаем еще один огонек. Огонек моей души. Так, все. Вроде все три огня мы зажгли. И по идее должна открыться эта дверь. Она открывается, хорошо. Проходим. Гэндальф, давай. Я что-то за тебя давно не играл, ты как-то уже, наверное, приобиделся, поэтому давай... будем сейчас бегать с тобой. Вау. Тут довольно тяжело идти. Бэтмен, а ну-ка отзови своих летучих мышей. Нам тяжело проходить. Снова во тьме. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько проходим. Здесь какая-то штука. Убираем все препятствия. Воу, еще будет что-то падать. Ужас. Это как действительно в блокбастерах голливудских. Там всегда, если ты идешь по какой-нибудь пропасти, то что-нибудь сверху упадет или обломится. Ну-ка, прыжок. Эту фигню, ну давай. Да что ж такое. Обойдем ее, что ли? Ну вот, хорошо, все, проходим. Мы уже близко, давай, Гэндальф, не расстраивайся. Все будет в порядке. Давай, давай, давай. Тебе еще гномов с хоббитами вести, так что все. О, отлично, мы дошли. И что у нас там внутри? Отлично, мы упали вниз. Это было не очень круто. Так, и снова возвращаемся. Да ну, серьезно. Мы просто опустились на этаж ниже. Ну ладно. Как скажете. И мечом все-таки он более сподручно убирает эти препятствия. Вот мечом он один раз по такой фигнюшке ударил. А здесь он долго посохом бил. Как раз. А эту штуку с первого раза. Хотя мечом долго бил. Очень странно, ну ладно. Не будем придираться. Проходим. Так, здесь все в порядке. Что нужно сделать? А, повиснуть. Так, давай, я с этой стороны, а ты стой. Угу. Хорошо, и теперь зажигаем этот котел. Или что это такое? Who's buried here? He would have been known only as a servant of evil.
Вот и закончился этот немножко необычный уровень. Мы играли за двух волшебников. И если честно, этот уровень был один из самых интересных, потому что он отличался от других. Здесь было темно, мы постоянно зажигали какие-то фонари. И потом в конце, только конец, да, непонятный. Мы подошли к могиле, и он такой, ну да, он будет запомнен как какой-то там прислужник зла. В общем, немножко непонятный конец, но мне очень понравилось. Если вам тоже, то ставьте лайки. Пишите свои адекватные комментарии, если вы вдруг не подписаны, то подпишитесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.